Я хотел бы поделиться со своей историей успеха по употреблению гидроплазмы Инюшина. Вы знаете, недавно, работая в саду, я поранил свой палец. Ну, как-то не обратил внимания. А утром, короче, на следующий день у меня рука начала ныть. И в месте, где была ранка, то есть где содралась кожа, прям появилась такая мокрая, как мы говорим, луковица, которая все время намокало. Я вот чувствовал, что там происходит какое-то заражение, и палец прям реально стал ныть. И тут мне, посоветовали, говорят, слушай, ну, капни туда эту капельку этого гидроплазмы, и увидишь результат. А там пришла подруга моей супруги, и она говорит, я недавно, говорит, у меня вылез на губах герпес, я буквально 3 раза капнул, и этот герпес за 6 часов исчез. Ну, я, решил тоже попробовать, капнул на место там, где ранка у меня такая, она была вся красного цвета, и причем не за, ну, как бы даже не покрыла корочкой. И все, она уже там как бы и кровоточила еще. Что интересно, капля стала, и мне ее пришлось прям вот эту плазму размешать, и она как бы, знаете, как маслом. Через некоторое время я даже забыл про это, и вдруг минут через 15 почувствовал, что боль в пальце исчезла, и у меня ныть палец перестал. Я потом еще раз капнул и заметил еще через полчаса, что буквально на глазах эта ранка начала заживать, прям, знаете, покрываться, как бы вот эти ткани, которые были оголенные, они вдруг начали корочкой покрываться, и вот такой защитный слой появился. И уже на следующее утро я посмотрел, он буквально эта ранка по краям начала прям, появилась новая ткань, и она стала заживать. Я был просто в шоке. Я просто понял, что вот эта вытяжка, плазма, это реально живая вода. Я вспомнил, в детстве нам рассказывали сказки о живой воде, что когда, кого-то окропаляют живой водой, то он даже мертвый как бы подымался. И это не случайно же эти сказки, это была живая вода когда-то. И я очень рад, что сейчас эта живая вода появилась у нас, и я ею пользуюсь. Сейчас я ее употребляю, чтобы полностью восстановить свое тело на клеточном уровне. Спасибо еще раз компании «Источник здоровья». Спасибо огромное, огромный поклон Виктору Михайловичу Инюшину. Пока.